Вечная слава героям! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Но зачем она им эта слава? Мертвым? Для чего она им эта слава? Павшим? Все живое? Спасшим? А себя не спасшим? Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно? Не мертвым. Это надо? Живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечно слабой мгновенная смерть. Помните через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье? Пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет. Помните. О тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли. Помните, к мерцающим звездам ведя корабли, а погибших помните, встречайте трепетную весну. Люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Я думаю, нужно поаплодировать как минимум. В студии у нас Ярослав Пшичок. Вот такой вот замечательный молодой человек. Присаживайся, Ярослав. Ярослав, вот... Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 8 лет, 2 класс. А много тебе понадобилось времени для того, чтобы выучить это стихотворение? Это стихотворение я рассказывала в прошлом году, а вот это, где я для начала рассказывал «Вечная слава героям». Угу. И да... Оттуда сейчас вспомню. До туда, где я рассказывал, вот это стало вечно слава и мгновенная смерть. Вот до сюда я выучил в этом году. А в прошлом году я выучил, помните. Все. Ты так проникновенно расскажешь эти стихи. Скажи, пожалуйста, у тебя из родных кто-нибудь участвовал в войне? В войне двое прадедушек. Одного зовут. Один был ранен, его зовут. Егоров Николай, а второго зовут... Не волнуйся. Сейчас Василия, сейчас вспомню. Вот это, ты, наверное, очень гордишься своими дедушками. Да. Ну, это самое главное, на мой взгляд, то, что вот молодое поколение, оно ничего не забывает на самом деле. И можно узнать... Ярослав, да. Вот что для вас 9 мая? 9 мая – это праздник Великой Победы. Как ты собираешься отмечать этот день? Не знаю. Не знаешь, но мне кажется, для тебя это уже праздник, потому что ты здесь с нами на телеканале НТС с утра. Ну, настроение, я думаю, нормальное. Ты можешь, кстати, передать сейчас привет бабушкам, дедушкам, вот помахать в камеру, и тебя увидит вся страна. Я передаю привет своей бабушке и дедушке. Они сейчас... сидят, смотрят телевизор. Ну, Ярослав, я надеюсь, что мы еще о тебе услышим. Ты замечательно декламируешь стихи. Вот, успехов тебе. И спасибо, что ты вот с утра так замечательно помог нам начать эфир. Спасибо.